Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Григорий. Павел, в очередной раз, просматривая ваше видео, попалось видео, где Григорий рассказывает о знаке зодиака Лев. Хотелось бы узнать о знаке зодиака Овен как можно больше и более развернуто. Заранее благодарю. У нас по знаку Овен сделаны прекрасные записи, но не доходят руки, чтобы их публиковать и сделать видео. Я напоминаю, что разумное человечество не является организацией в классическом понимании этого слова. В разумном человечестве работает очень много добровольцев. Как только у них дойдут руки, мы опубликуем эти записи. Так что ждите. И, Григорий, если хочешь, можешь что-то добавить. Можешь сейчас ровно начать рассказывать. Ну, я хочу сказать, что я не профессиональный астролог. Я закончил 3 курса Эстийской школы астрологии у Коровика Николая Олеговича. И плюс есть личный опыт, работа с астрологией и использование знаний. Знание было проведенное через себя, через своих знакомых. То есть есть какой-то опыт. И когда я работаю, помогаю людям, я его использую. Я не являюсь профессиональным астрологом. Что я кратко расскажу про Овна. То есть литературы это много. Много этой информации. Часть этой информации, она пафосная. Обычные предсказания, которые пишутся в газетах, они настолько натянуты, что, конечно, она, как вы понимаете, будет вам работать постольку, поскольку каждый человек индивидуальность. И исходя из индивидуальности, тот или иной ритм будет в той или иной степени работать. Может он работать на несколько процентов, а может почти не работать. То есть вкратце, раз уж вы спросили, и уж ваш вопрос попал к нам, я вам кратко отвечу относительно, конечно. Что Овен – это первый знак зодиака. С точки зрения астрологии считается, что в этом знаке рождаются люди, которые самый-самый простой, самый-самый начальном уровне развития, ну, вплоть до того, что в прошлой жизни они были еще животными. Они проходят самую простую, самую упрощенную программу. То есть Овна, задача Овна как знака зодиака, поскольку вы можете являться Овном в той или иной степени. С точки зрения астрологии вы являетесь Овном в той степени, насколько в вашем знаке Овна находится то или иное количество планет. Ваше Солнце на момент вашего рождения зашло в знак Овна. То есть в нем 30 градусов, один из этих градусов вошло в Солнце. Вы, в принципе, являетесь Овном. Но при этом, если все остальные планеты разбросаны по всему гороскопу, по всему зодиаку, то у вас может быть качество других знаков еще больше, чем Овна. Если у вас, например, не очень сильное Солнце, там, по астрологическим понятиям, а остальные сильные планеты, то вы можете быть даже больше представителями других знаков. Там, если у вас Стеллиум в Тельце, то вы будете больше Тельцом, чем Овном. Задача в целом Овна – это научиться добиваться цели. То есть понимать цель, видеть цель и научиться добиваться. То есть Овен – это так называемый солдат, который идет к цели, несмотря на любые преграды, ее достигает. Конечно, цель должна быть разумная. То есть и программа, которую ставит Овен, она тоже может быть очень простая. Важно научиться, будучи в человеческом теле, как человек, реализовывать программу реализации цели, потому что у животных у них свои задачи, у людей свои задачи. И придя, предположим, в человеческое тело, человек нарабатывает себе человеческим ресурсом решать те или иные задачи, потому что животные решают немножко по-другому. Хотя человек частично является животным, все-таки он решает эти вопросы по-человечески. И вам, будучи Овном, нужно по-человечески, целеустремленно и целенаправленно и полноценно решать эти вопросы. Поставлена задача, решена задача, поставлена. Конечно, будучи человеком, вам нужно понимать, что вы делаете. То есть не тупо выполнять чьи-то команды, а именно понимать, что вы делаете. Потому что без понимания вами будут управлять сторонние силы, и не факт, что эти сторонние силы будут вам дружелюбны, и их интересы будут одинаковы с вашими интересами. Овна, как у всякого знака зодиака, есть свои сильные стороны, слабые стороны. Вы их тоже должны понимать. То есть сильная сторона Овна, то есть Солнце в знаке Овна, это большая сила в прямолинейном, в конкретном действии. То есть дух, который вас целенаправленно несет в одном направлении с большой силой. И слабая сторона, что у вас мало понимания, и если вас сбить с этого пути, вы начинаете блуждать. То есть это, если вас сбить поставлено направление, то есть во время вашего движения нанести вам сильный удар, дезориентировать вас, вы будете как машина без управления, с огромной скоростью гонять по непонятной траектории. Задача Овна – это научиться жить уже по-человечески. Если вы Овен, не совсем не обязательно, чтобы в прошлой жизни были животным, поскольку в этом знаке можно находиться несколько жизней, исходя из того, насколько вы
серьезно вкладываете свои ресурсы, свою жизнь, свое стремление в развитие, вас могут в этом знаке на некоторое количество времени задержать. Соответственно, то есть, если вы не работаете совсем, то вы можете сидеть некоторое количество жизни в этом знаке. Вы хорошо работаете, вы можете отработать за одну жизнь, а может быть даже и быстрее. Будучи овном, можно быть и образованным человеком, и мудрым человеком. Все будет зависеть от того, как вы будете уйти, какие будете вы себе цели ставить. Вы, будучи овном, можете быть, есть такое понятие в астрологах, второкружником. То есть вы уже прошли весь зодиак, не сдали экзамен на разумность, на мудрость, и вы не способны были трансформировать ваше сознание на более высокий уровень, вас опять выпихивают снова в овна. Таких людей обозначить, понять достаточно просто, то есть по внешнему виду. То есть это овны с явно развитым интеллектом и с грустными глазами. У меня есть несколько знакомых, которые по всем параметрам как раз подходит под эту ситуацию. Вы, может быть, овном, есть такое понятие в астрологии, как декады, третья декада, то есть от 20 там, до 30 градуса. То есть вы, может быть, уже таким развитым овном, и, возможно, вы уже в этом знаке зодиака не в первый раз, и у вас могут быть определенные способности. Вы даже можете выбиться на какую-то руководящую должность и даже обладать каким-то даром, умением управлять людьми. Нужно понимать, если вы овен, то вы первый знак. То есть вы начинаете программу обучения, если вы не второкружник, конечно. То есть в этой программе обучения вам нужно всегда оставаться человеком. То есть максимально уходить от животной природы и максимально выражать себя как человека. Через понимание, через мудрость, через самоконтроль, того, чего у животных практически нет. Ну, у некоторых вообще, конечно, нет. Задача овна – научиться достигать поставленной цели. То есть, и эти цели должны быть человеческие, то есть разумные. То есть это не должно быть какого-то животного аспекта, то есть аспекта добычи какого-то ресурса, чтобы выжить, а именно какой-то разумной цели. Если знать ваш гороскоп и посмотреть его, если профессиональный астролог его посмотрит, если это будет не западный астролог, а там, восточный или ведический, он вам скажет вашу задачу как овна более цельно. Не забывайте, что каждый человек, будучи любого знака зодиака, он индивидуальность. И у каждого человека своя индивидуальная программа. И знак зодиака – это лишь часть вашей индивидуальной как программы. В целом, задача каждого человека – это заниматься своей эволюцией. Вот. И овен, например, знак овна подчеркивает некоторые аспекты, то есть как эту эволюцию проходить, то есть какие у вас есть сильные стороны, какие слабые стороны, что вам нужно отработать как солнечному знаку. Но у вас есть много других вещей, которые вам тоже нужно отрабатывать. И бывает такая ситуация, что у вас солнце уже неплохо в овне наработано, и вам можно, предположим, доработать на несколько процентов, а вот остальные вещи вам нужно очень серьезно нарабатывать. Я не буду сейчас распространяться, потому что это астрологическая раскладка, и она очень индивидуальна для каждого человека. То есть кому-то нужно нарабатывать солнце, дух, по астрологии кому-то нужно нарабатывать эмоциональное восприятие действительности, ровное, тонкое, кому-то нужно нарабатывать систему ценностей, кому-то нужно нарабатывать волю, кому-то интуицию, то есть кому-то умение общаться с социумами, управлять людьми, и умение принимать команды, умение руководить, умение учить. То есть этих умений и знаний у человека должно быть много. То есть у каждого человека в той или иной степени они есть, они развиты, но их много. И задача каждого, она очень индивидуальна. Поэтому говорить просто о овнах, о близнецах, о тельцах, это как бы так немножко, может быть, выдернуто из реальности. Это все равно, что говорить о машинах в целом. В целом говорить о машине аудио. Как про нее в целом говорить, потому что одни машины хорошие, а другие плохие. И в целом они говорят неправильно. Вот есть машины с такого-то года, у них есть какие-то дефекты. Машины с такого-то года, они хорошие. Да, это машина люкс, а эта машина совсем примитивная. То есть и так и овны, вы будете все разные. Если вы родились в семье интеллигенции, в семье сильно образованных людей, там, в среде, где вообще люди занимаются развитием, там, ученых, понимаете, вы проживете как овен совсем другую жизнь, если вы родитесь там, в семье кочегара, например, или там, в семье алкоголика, как говорится. Поэтому в целом овну нужно научиться достигать разумной человеческой цели. Вот. А конкретно лично вам, чтобы дать совет как человеку, нужно взять ваш гороскоп, посмотреть его, проанализировать и, скажем так, определить тот потенциал, который у вас есть, определить, какие конкретно у вас есть задачи и насколько сильны именно, важны задачи именно по солнцу, по духу. Потому что эти задачи у вас могут быть отработаны на 99%. То есть, в принципе, астролог
профессионально, я думаю, что каждый профессиональный астролог должен быть еще и психологом в известной степени. Это мой личный опыт. Он скажет, сколько вам, в принципе, нужно работать. Просто поговори с вами, можно будет сказать, чего вы наработали. Если вы ОВН и у вас есть два высших образования, то уже это одни задачи. Да? Если вы ОВН и вы не можете, вы едва закончили школу на тройке, понимаете, у вас немножко другая задача. Поэтому общий совет: научитесь достигать высших человеческих каких-то целей. Ставить эти цели и добиваться, несмотря ни на что. Научитесь быть твердыми, научитесь быть целенаправленными, научитесь понимать, научитесь идти по пути не по штампам, а через понимание, через использование интуиции, через использование каких-то осмысленных знаний. Вот в целом это ваша задача как ОВНа. Ну, очень-очень в целом. Потому что как, если бы я взял бы ваш гороскоп, то я бы вам сказал много чего, хотя я не профессиональный астролог. И то, что есть у вас как ОВНи, это лишь небольшая часть вашего пути, вашего духовного пути, вашего пути как осознанного существа.